Еще один респектер обогнал другого всего там 8 ходов. Взывая купречик, не знаю, слышали таких респектеров или нет, современно. Значит, белые c4, e5. Так это какой идет? Кто знает? Английское начало. Английское начало, правильно. Конь c3. Конь c6. Ну, с вами не занимаемся пока с теорией дебютов как таковых. Мы просто смотрим короткие партии, чтобы вы понимали, как быстро проигрывают шахматисты, сами бы не попадались в подобные ловушки. Конь f3, f5, d4, d4, конь g5. А нет, e4, слон g5. Конь f6. Ну понятно, что я на ферзя напал, вот ход d5, вот плохой ход. Белые думали, нет, d5, ход белый сейчас. d5. Белые думали, что ну у них конь висит на f3. Если черный возьмут коня, ну и белый возьмут коня, ничего страшного. Но кое-что они пропустили и сразу проиграли. Значит, здесь последовало ЕФ, то есть черные взяли коня, белые взяли, соответственно, тоже коня на С6, белые взяли пешку на Ж, ФЖ, и здесь белые взяли пешку на Д7, где-то надо было бы, конечно, здесь можно было взять эту пешку. Но тогда они просто черные взяли пешку, они где-то остались без пешки. Тоже малоинтересно. А они думали, что они не все в порядке после сюда. И как вы думаете, здесь черные сыграли? Что нам? Конем. А, нет, это глупо. Фигурно, не связан, поэтому основной, да. Нет, там было правильное предложение. Конечно, взяли конем. В чем смысл? Что они жертвуют ферзя. В смысле, ферзь остается под боем. Но белые, конечно, этого хода не заметили. Ферзь остается под боем, но если белые берут ферзя, то черные берут. Ладью, и ферзь возвращается, и на это все кончается. Ферзь возвращается на доску, черный остается лишь ладьей. А что, я другого хода нет. А если победить на g2, то просто ферзь придет, берет на g5. Белый остается просто без фигуры. Вот такая ловушка. То есть неожиданный удар конем. Черный ферзь остался под боем, но это делать не помогло.